Власти Севастополя могли бы финансово поддержать Центр интеллектуальных игр, который создается на территории севастопольского филиала МГУ. С таким предложением губернатору Дмитрию Овсянникову обратились студенты вуза во время встречи с главой региона. Градоначальник в ответ заявил, что готов поддержать проект после детального изучения. Представитель студсовета пояснил, что предложение к правительству связано с появлением в филиале МГУ нового здания. Учащиеся хотели бы знать, возможно ли оборудование этого здания за средства города под Центр интеллектуальных игр. Первым мероприятием мог бы стать всероссийский турнир по дебатам, который намечен на август текущего года, уточнил студент. В свою очередь Овсянников отметил, что в городе развернута система поддержки молодежных инициатив и привел в пример Центр молодежного инновационного творчества в филиале МГУ, детский технопарк «Кванториум» и проект поддержки молодежного предпринимательства. Напомним, что 26 сентября 2018 года в севастопольском филиале МГУ открылся Центр молодежного инновационного творчества. На оснащение учреждения было выделено около 5 миллионов рублей субсидий из городского бюджета и еще 2 миллиона рублей из федерального бюджета.